Проекция отдельный игрока, чтобы сделать скроллеры. В Тонис. Бля, у меня такое настроение после каждой сессии сталкера. Так что нормально. Завтра будет лучше. В Тронус. Нахуй тебе в Тронус, блядь, дружище. Какой Тронус? Это обманка. Это обманка-ловушка. А, казуально? Нет, казуально это нормально. Я в Вайсити начал казуально проходить. Ну так, потихоньку. Мне, в принципе, пока нравится. Зачелиться. Фишгаттер. Что такое фишгаттер? В Зиплисе? Понял о чем-то. Да, это прикольный скип. Но мне больше нравится, когда мы из Сюрса выбираемся лаунч вверх. В ЛНГ? Разве? Не, в ЛНГ его нету. Это было бы странно. Он же условно считается как... Эндера не Watch Storage, а Рахун Юнисон, но что-то такое, типа. Не, Watch Storage у нас приносит позицию. Но скорее, больше как он считается. Это не может нам говорить скипом. Ну, короче, понятно. Я бы тоже по-хорошему, на самом деле, да. There are some random stuff. Some old and new one. Если я проверил, серьезно, ну странно. Я понимаю, там safety fall какой-нибудь, но... Эта хуйня выглядит больше как zipless skip. Я бы тоже, на самом деле, сменил бы игру, но я понимаю, что я, блядь, не смогу сменить игру, я пока не побашнул в сталкера. Типа, просто заставить себе не смогу это сделать. Все равно сделал. После варианта понял. Риски по соте. Я не знаю, что там в соте. Никто из инвалидов не ранил сот. Ну, не стримил, по крайней мере, не видел. Ну, Макапо говорит, что там пиздец какой-то по скипам. Но конкретно я не знаю, что там. Мужики, блядь, идите нахуй. Спасибо. Мне, по-моему, и в NMG VR был, насколько я помню. Я видел, да, он. По-моему, в NMG VR тоже был. Или топ-2. Когда они еще рано были, я, по-моему, заходил, смотрел. Смитановайс, ну сначала на член, потому что он у меня конченый, мне дерастить его надо. А Вайс, когда я казуально пройду. Так-то у меня дохуя игр там есть всяких разных.
Очень прикольно. Мне еще модерку бесплатно дали в одной игре, которую я давно-давно раил когда-то. Может быть, я там full game раунд сделал когда-нибудь. The original song is actually good too. I just love the cover from McDonald's. Так, игра, дай мне аптеку, пожалуйста. Yeah, by Marvin Gaye. Marvin Gaye. Prefer color as well. Yeah, this kind of voice is pretty power. I'm gonna say. Can't stop me, baby. Oh yeah, that was yeah. Actually, that was the original song, yeah. I don't define if in that movie it would be like the cover. But yeah, pretty nice voice. Воу. Я думал, это не сработает. Я не знаю, Vice типа Vice City ранить. Мне Рома говорит, что там чего до 55, но хуй знает. В принципе, играется неплохо. Лучше, чем я думал. Довольно плохо. Окей. Вижу, у тебя своя дорога. Раз сам не устав. Please, guys. М-Зира сетап, а не. Че за М-Зира? В чем прикол? Это какая-то хуйня в GTA 5 есть, блядь? Такая, или че? Секретарь, что это? Ну, я не помню, а где это в Vice City это используется? Че, у меня вау? Похуй. Я молодой Хокаге. Вот и все, блядь, вот и думайте головой. Джури Фури, блядь. Джури Фури, знаю, в Darksiders 2 есть. Или там не Муси, я путаю постоянно. А, это с мороженым-то, понял. Можно же года, кстати, будет. Бля, кстати... А это не ПБ Пейс, блядь, Че надо посмотреть? Бля, это докторант хороший. Че, ну-ка. Тихо, блять.
Блять. Кровоголова. Вознагражден будет только один. Куда?